Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Fairphone 3 включить функцию отображения заряда батареи в процентах в строке состояния. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел батарея. Находим здесь строку уровень заряда батареи, ставим галочку и можем видеть наш заряд батареи теперь в процентах около значка батареи здесь. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!